Настоящие стрекозы из рода плоскобрюхи Либеллула обитают во всех частях северного полушария. Они встречаются у водоемов Европы, Азии, Северной Америки. Уплощенное брюшко. Размах крыльев 7-8 см. Красноватая, коричневая и желтая окраска – это характерные отличия рода Либеллула. Четырехпятнистая стрекоза – многочисленный вид, обитающий от Европы до Камчатки и Японии. Его легко отличить по темным пятнам в узелке каждого крыла. Четырехпятнистая стрекоза относится к семейству настоящих стрекоз, роду плоскобрюхи или либеллула. Длина взрослого насекомого составляет 42-45 мм. Из них больше половины, 27-32 мм, приходится на брюшко. Представители вида не разделены половым диморфизмом. Внешне самцы и самки выглядят одинаково. По бокам подвижной головы расположены крупные фасеточные глаза, которые соприкасаются в верхней части. На лбу имеются три простых глазка. Усики короткие. Середина нижней губы черная. Края желтые. Коричневая или желтоватая матовая грудь обильно покрыта светлыми волосками. Первые 6 сегментов брюшка окрашены в коричневый цвет. Оставшаяся часть черная с желтой полосой по бокам. Крылья прозрачные, удлиненные, размах 75-80 мм. Именно по окраске крыльев стрекоз легко отличить от других либеллул. На переднем крае на узелках расположены темные пятна. Основание передних крыльев чаще прозрачное, иногда с рыжеватым пятном. В основании задних крыльев темный треугольник. Конечности черные. Вид известен способностью жить в любых биотопах, кроме рек с быстрым течением и соленых озер. Имаго летают с весны до середины лета. В Северной Америке наблюдается до сентября. В России лет имаго происходит в апреле-июле. Их можно заметить у озер, прудов, болот, реже у проточных водоемов. Выбираются заросшие участки с илистым дном. Стрекоза четырехпятнистая предпочитает водоемы в лесу и на лугу. Она отлично летает, поэтому часто охотится в кустарнике или на опушке леса, далеко от места выплода. Самцы демонстрируют агрессивное территориальное поведение. Они вступают в схватку со стрекозами, нарушившими границы их участков. Кроме патрулирования участка, самцы уделяют много времени охоте. Они летают над водой и прибрежной растительностью, хватая комаров и мошек. Насекомые любят прогреваемые пруды и озера, незатененные высокими деревьями. Спаривание обычно происходит в воздухе. Самец захватывает партнершу за голову особыми клещами на конце брюшка. Она подгибает брюшко к выемке, где расположен сперматофор партнера. После оплодотворения самка, не имеющая яйцеклада, сбрасывает яйца на водные растения недалеко от берега. В таких местах наиболее прогреваемая вода. Инкубационный период продолжается около месяца. Маленькие личинки предпочитают держаться около водных растений. Тело нимф округлое и короткое, покрыто множеством волосков. Они вырастают до 23-28 мм.
Голова выпуклая в верхней части, ее ширина около 6 мм. Глаза маленькие, усики растут перед глазами. По обе стороны нижней губы растет от 8 до 13 щетинок. Маска – инструмент для охоты. В состоянии покоя покрывает всю лицевую часть. Передняя грудь массивная, ноги средней длины. Крыловые зачатки достигают 6-го сегмента. Брюшко равномерно расширяется до половины, а затем сужается. Окраска тела желтовато-коричневая или серо-коричневая с четырьмя пятнами. Личинки являются донными жителями. Их развитие продолжается 2 года. Нимфы достаточно стойко переносят загрязнение воды. Для метаморфоза поднимаются на растения. Стрекоза четырехпятнистая. Это один из немногих у нас трансбриальных видов. Он распространен в умеренной зоне всего северного полушария и в Евразии, и в Америке. В европейской части России этот вид встречается повсеместно.